типа дрифтер Down India. А, так, вон, ребята, у нас дальше. Следующая остановка. Чайся. Я иду домой, как у деловой, потому что я убит одной левой коронной. Так что шака-шака. Речь готова, да. Всем привет, друзья. У нас начинается новая жизнь. Сёма, заебал. Ты еще от снега не достал, нахуй, давай. Работаем. Ну что ж, ребята, всем привет, всем здорово. Ваша любимая рубрика «Чайзер». Вот она. Нет, в прямом смысле вот она. Для того, чтобы была зима. Да, у нас в Якутии снег настолько падает, то что за этим, вот этот бугор, это машина. Нам надо откапывать его полдня. И потом еще отогревать и так далее. А дальше? Мне уже не нравится, бля. А еще, знаете, штука, это называется капот от чего? От Висты? Нет, Марк Сото и Универсал. Капот от Марка Сотова. Всегда снег закидываем и увозим под... Так что, друзья, добро пожаловать на новую серию с Чайзи. А видите? Какие ваши ощущения? Нет, одно радует, то, что в Якутии сейчас уже тепло. Можно ходить почти без шапки 5 минут. Была бы зима, пизда. Кто там нассал, но я, бля, не канает на. Я в армии. Абус. Ты моя брина. И торгать нормально. Да, так это тоже бартулы. Мана Кирилл Гиргинушный. Он на машину бы откопал. А так Кирилл Гимбубаря. Нет, там колеса у меня, я с колесом жду. У меня же колеса красивые, поэтому колеса вот так. Поцелую с ним и все, потом. Потом, братан, снайсер. Эксплуатация блогера. Бля, кроссовка ладно, ёбаный. Не, вообще кроссовки с протекторами. О, бля. Я его только сегодня откопал. Нижняя королева пытается выйти из снега. Все, вон и ради, ради. Нюдер. А сейчас лифт настолько, что могу станцевать брейк на. Иди, бля, не думайте, бля. Бля. Нам это надо все убрать, чтобы не повредить пластик без. Сюда. Колеса! Сколько я их ждал, бля. Пока. Короче, сейчас приедет. На русском говори, да, там этот. Конечно. Короче, сейчас Блейд приедет на УАЗике. И мы оттащим Чайзера в левую сторону. На якутском говори, на русском не идет тебе. Пока мы копаем под снега тачку Сёмы. Моя машинка стоит, отдыхает. Надеюсь, в этом сезоне соберу проект. Блять, чего я вот дай? Дай, таз или? 100 рублей нашел, вруби. Давай. А дай, каковы ощущения за рулем? Бля, надо тренироваться, темно так. Кормол, брат, молодой. Бегу, привет, ты тут? А, вот, так, че? Ты был? А, фу, бля. Дошрагал, да? Заебись. А пыс, ну паху на дитаре, то кто? Не тралка точно дорогой, ручник, лын. Да, поехали. А, ну собой, бля, тувалы. Он на кор по зеркалам. Опа, опа. Проблем. Блин, немножко кюська дардыга. Страшно будет. Ай. Рем, бери рулгу налево. Сёма, руль поверни. Вот, все, нормально. Колеса крутятся. Рим, блядь, ты куда? Блядь, тохтай! Тохтай, ебаный! Дурак. Ай. Тура гнида. Ай, блядь. Порвались. Прямо, да. Так, спереди, блин, там дофана. Вытащили. Сейчас, а куда его загоняем? На улицу будем вытащить, где? Того, сейчас демку выгоним, потом мы на прямой эфир. Комментарии напишите, кому на кем бар кирял или ютубка. Йоу! Ах, наоборот, ютубка. Пора тебе с... Йоу! Эй! Ютубка кирял. Бара, ребята, да. Дум, умная стена. Вижу, скачу два готовят. Нож. Вверх тебе клип. Копи. Компот. Ух. Что делаешь, заебал? Выпуск прочетишь. А так здесь еб***ь продается УАЗика. Почем? 5 рублей.
продавец, кстати, дверные карты почти новые. Его продал типок, который прошивает всю весь салон и так далее. Блять, компрессор. А это что такое? Темный ящик, как бы сказал. Дальнейшие действия. Подкачать немножко колеса. Залить немножко антерфрайза. Ага. Запустить машину. Ага. Заехать подъем? На подъемник. Ставим по расставке колесные на стойки, потому что... то есть... Сзади. Да, на стойки, потому что сзади тут жопа. Тут она, палец даже не заходит, короче. Тут у нас этот терется, как вы можете заметить, тут царапин очень дохуя. Она тут плавилась, когда мы как-то раз ехали, и тут вода вообще-то... кипело. Это будем устранять, в круг будут проставки на стойке. Нет, только сзади же. Да, в круг. А, да, я только двигател. Дурак, а чем манкрак мандер был мастер. Круг пола манка не было, а если лежа пола манк пола. Пиздец, не сексуально. Блядь. Я же специально говорил тебе, в круг, бля. И когда кугавар, бля, бьет на анкиль, бьет на атака. А в WhatsApp же, а даже писал, типа, ну ничего страшного, поедем купим. Тайнг, залили антифриз, где-то течет. А я люблю, когда мокрая. Надуваем колеса. Тай 2. Но тут вообще палец не заходит. Машина даже не начала заводиться, а у нас уже что? Ебля. Ага. Первое правило на старых машинах. Лишних движений не надо делать, потому что все отъебнет нахуй. Предварительные ласки все готовы. Да. Есть! Ты иду где? Дригале. Эй, сэр. А за ухо ловите, нахуй. Ну да. Не, вот именно мотор. И не марковый, не марковый. После Жигули, конечно, блядь. Назад. Не попахнем. Добро пожаловать в новый сезон. Давай. Ай, я не лягу с такой лихой. Брррр, дурак, дыри. Стой. Брррр, дурак. Да, вперед, брррр. Итог, мне надо с собой вот такие дышечки таскать. Везде. Момент, когда я застряну где-нибудь, еще что-нибудь. Доска, она всегда придет на помощь. Придет на помощь, как и моя бывшая. Бабус! Анаконда! Сразу бомж полный, да? Я же говорил. Масанага полный раз. Сразу черный. Грязный. Сейчас будем ставить проставки. Как уже было. Продаю нахуй вообще всю машину, короче. Да, я нагорю. То встала, маран. Эй! Аклин! Гирову загорарный. Давай это, если мы продадим, давай на мотоциклы пересядем. Нахуй надо. Когда сидишь на мотике, когда чувствуешь газ, о! Чувствуешь газ, манбран, и ты понимаешь, что по оборотам эта тачка еще, ну, это машина, тачка, мотоцикл, короче, может еще больше, блин, гастан, короче, до талого, то есть, именно хочется поймать этот предел, и того спидометр смотришь, 120, ебать, нахуй, то есть, чисто из этого мне очково на нем ездить, я на мотоциклах, поэтому у меня есть мопед, нахуй. Дальше группа поддержки подлетела в лице Василия, механика, которому 17 лет. Короче, в магазине нам продали не те проставки, и сейчас мы едем их менять. Ручник работаешь, что ли? Ооо! О, где? Russia. Короче, этот. Кондыкин или где? Короче, от. Кондыкин. Да что желательно запчасы и нормалах, это нам всегда с собой таскать и образцы, правильно? Да. Вон автонавка еще 24 часа работает. 24 часа, тут этот дроп-киллер работает. Let's цепал сахастасу гирал быть. Кардан. И там будем менять его сальники. Понял? Он только сервис коляки, так с того второго раза. Уже Семёна двигает, манканал не. Короче, все, что мешает, отстёгивайте, да и все. Тут соработа с 17-летним механиком.
30-летними, блядь, мужиками. Бля, саморез старый, бля. Вы когда-нибудь видели такое, то, что сальник, блядь, сделает саморезом? И выдергивает, да, коров? Угу. Саморез туда прикрепили и с этим гвоздодером все. Эй! Ааа, бля! Вот, это куда? А таз-то куда, бля? Ага, что-то? Да шо, бля, я пиво не заказывал. Ага, сиди. Вот там стал он. Let's. Так, мы жестко, плотно поели, покушали. Как дела? Лэнг, итак, сегодняшняя наша цель выполнена. Цель, да? Да, цель, которую мы стремились целый год. На, нахуй! Палец заходит! Уже это! Кипеть не будет вот это вот. Турик, тупун, панель бакайнер. Так, я в городе нашел дверные карты. О, нормальные, не цыганские. Ну, их типа чуть-чуть. Стирать будет четко. Ну, я закажу химчистку, это отдельная история. Тоже так же будем сами ебашить салон и так далее. Короче, мне нужны фары, вот эти штуки. Ну и все, машина будет готова к покраске. А так, у кого лишний обвес, там не обвес лежит, ребята, тоже, пожалуйста, напишите мне в директ. Куплю по разумной цене за 500 рублей. Куплю по разумной цене. По сколько возьмем? Селфи. 500 рублей делится? Не, за селфи. На здесь, да, ты иди вообще. Все на! Бита! Закончилась эра проституции. Эй, как его там? Вульгарности. Не, так на самом деле пока еще существует, чтобы стойку не поменять. Бата! О, вульгарность. Блин, на кори. А ну масаханы? Маркикс. А вот, а то хондаханы гнязь. Аглайс. Жесткая, да, балтым пиддиски, на. Волкер, давай ты. Ну, там, свободно есть что. Тахан, короче, там осадн. О, мала. А пора пута. Кордюта, где? Лох, Волкер, давай ты, волкер, фарин, хобо. Дядя, вот. Ну-ка. О, мала. Хадай, как ощущения? На новой машинке. Какой год это? 15-й. Ну, баш на баште. Бомба. Поздравляю. Учёка дружу. Он тебе, уайдар, галяк повосладает, помыло. В итоге салон более-менее типа стал. Его надо на химчистку типа жесткую прям. Здорово. Сегодня проделана большая работа. Ну то, что планировали, успели, где? Ну, замок один. Вон у нас намечается немножко катка. Кататься поедем. Сахастас, let's ждем. Let's, как говорит, стэц. Эй, ему пахтатор-то. Сейчас мы идем снимать ролик на айфоши. И смотрите. Камера обгонна карен лартар хаир. Красиво катаемся. Короче, хтох бланы дазер. Кстати, Марк Икс. Ринки. Бля. Я иду домой, сагу деловой, потому что я убил бит одолеваю дородный. Так что ща, бич, шака, бич. Музыкой мы карифаны, прям как Вилостей. В 2000-х годах, флексил на эту музыку. А теперь добавил скрю, а теперь на нем скачу. Таком бит как Пикачу, сука думаешь шучу. My girl, my lord, my fair, very good. Мы имели вес, боги даже не глядели. Когда путал без ситуации владею. Обращаюсь по ночам не каким-то чародеем. Уже 33, видишь, сына не старею. Время не в обрез, заряжаю.